Здорово всем, ребят. Сегодня буду обменивать шары из лота барабана. Ну, посмотрим, какие попались мне шары, везучие или нет. Так, первый 19-й. Ну что, погнали. 250 золота. Ну, неплохо, неплохо. Следующий 22. Итак, ну, 250 золота. Ну, в принципе, на халяву 500 золота, уже хорошо. 34. А вот это уже интересно, солидный контейнер. Это очень даже интересно. То есть уже какой-то танк получим 100%. Так, 32. Сертификат высшие хищники. Вообще супер. Я уже мега доволен. То есть два танка будет 100%. Ну что? Солидный контейнер. Давай, так, что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее, что-нибудь десятое. И желательно того, что у меня нету. Так, собери все херня. Опять собери все фигня. И... Да, объект три топора. Ой, как же хорошо. Как же его не хватает в моей коллекции десяточек коллекционных. Блин, мега имба, вообще супер танк. Вот это я рад. Вот этому танку я рад. Очень даже. Чё, откроем, собери их все по-быстрому. Так, что у нас тут? Тут, в принципе, надеяться, конечно, не на что, но... Как я напомню, многие танки мои из этих сундуков. Пока ничего. 1000 золотишко, хорошо. Так. Пока ничего, ну, тут, в принципе, сильно-то и нефиг рас... Опаньки, С3 защитник. Вот тебе еще халявное золотишко. Есть что продать. Так, ну что, высшие хищники. Посмотрим, насколько высшие. Давай, что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее. И погнали, погнали, давай ВГ. Каро 45Т, вообще супер. Он, конечно, у меня есть, но золото даст неплохо. Ну, а вот такой вот красавчик будет. Всем спасибо. Пока, ребят.